здесь на этом месте была, был лес, была небольшая плотинка размером где-то раза в 4 меньше, чем сейчас. Мы, то есть, сделали насыпь из грунта, отсыпали гребень песком, подняли его щебнем, уложили плиты, то есть сделали дорогу здесь полноценную. Соответственно, укрепили берег полностью. Берег укрепили габионами. Это вот эта сетка, которая наполнена щебнем. И укрепили плитами. То есть, в принципе, сейчас, на сегодняшний момент, этой плотине не страшен даже самый, там, я не знаю, катастрофический паводок, который может быть.